Пономаренко Василий Григорьевич родился 12 января 1926 года в селе Бобриково, Равининский район, Ворошиловградская область. В 1929 году семья была репрессирована и переехала в город Новошахтинск. В семье было 8 человек. В 1941 году Василий Григорьевич учился в 7 классе. Летом, в июне, ребята работали в колхозе, чтобы заработать сено для коровы. Жили в степи и не знали, что началась война. А узнав 24-го, не поверили, но очень испугались. Василий Григорьевич прошел на фронт в феврале 1944 года. По словам Василия Григорьевича Пономаренко, воевать приходилось везде. Воевал в Румынии примерно с 1944 по 1945 год, потом в Венгрии и Австрии. На войне имел звание сержант, а после войны получил звание старший сержант. Прослужил до 6 октября 1950 года. Закончилась война в городе Придбрам, Чехословакия, где в то время был Василий Григорьевич 11 мая 1945 года. Сначала приняли за шутку, но когда узнали, что правда, очень обрадовались. Василий Григорьевич имеет орден Отечественной войны за победу над Германией. Остальные юбилейные. Пожелания молодому поколению от Василия Григорьевича Пономаренко. Я хочу, чтобы молодежь чтила память героя Великой Отечественной войны, любила свою родину, уважала ее историю. Мы же, в свою очередь, благодарим Василия Григорьевича за проявленную отвагу и мужественность в войне.